большое поучение из беседы святителя Иоанна Златоуста. Итак, не скорби и не малодушествуй. Подлинно голос добродетели громче всякой трубы, и жизнь чистая и светлее самого солнца, хотя бы злословящих было неисчислимое множество. Итак, если мы будем иметь все упомянутые добродетели, если будем кроткими, смиренными, милостивыми, чистыми, миротворцами, не будем отвечать на оскорбления оскорблением, а напротив, принимать их даже с радостью, то мы всех, взирающих на нас, привлечем этим не менее, как и чудесами, и все охотно устремятся к нам, хотя бы кто был неукротим, подобно зверю. Если же явятся и злословящие, не беспокойся этим, не смущайся, что тебя злословят перед людьми, но рассмотри совесть злословящих, и ты увидишь, что перед людьми, и ты увидишь, что они рукоплещут тебе, удивляются и внутренне осыпают бесчисленными похвалами. Так обрати внимание, с какой похвалой говорит Навуходоносор о тех отроках, которые были в пищи, несмотря на то, что был их врагом и гонителем. Так как он увидел их мужество, то хвалил их и прославляет, и за то именно, что они не покорились ему и остались верны закону Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава. Так-то дьявол, когда видит, что нисколько не успевает, уходит наконец, боясь, чтобы не доставить нам своими кознями большей славы. А когда он удалится, и напускаемая им тьма рассеивается, тогда всякий, как бы ни был развращен и нечестив, познает добродетель. Если же люди не поймут тебя, то будешь иметь у Бога похвалу и большую славу. Итак, не скорби и не малодушествуй. И апостолы были для одних запахом смертоносным на смерть, а для других запахом живительным на жизнь. Второе послание к Коринфянам, 2 глава. Если ты не подал никакого повода к злословию, то ты свободен от всякого обвинения. Напротив, ты сделался даже счастливейшим человеком. Пусть не сияет твоя жизнь, пусть же сияет твоя жизнь, и не обращай никакого внимания на тех, кто злословит тебя. Невозможно ведь, совершенно невозможно, чтобы добродетельные не имели у себя много врагов. Но от них ничего не потерпит добродетельный человек. Напротив, он через это еще более прославится. Аминь. Аминь. Thank you.